Что им снег, что им зной, что им дождик проливной. Погода для ставропольских поэтов роли точно никакой не играет. С собой они принесли не только порцию новых стихов, но и горячий чай в термосе, чтобы можно было согреться. Но таких бы встреч могло и не быть, если бы однажды Антон Губанов, один из четырех организаторов, не побывал на аналогичных чтениях в Москве. В тот момент, рассказывает молодой человек, осознал, чего не хватает для Ставрополя. Поэтические стихи местных поэтов зазвучали 2 года назад, и даже место было выбрано не случайно. Мало кто знает, этот сквер возле ДК Гагарина называется площадью Маяковского. Во-первых, мы, как сами люди пишущие, испытывали жесткую нехватку таких площадок, где можно прочитать свои стихи и где могли бы прочитать их другие. Ну и, наверное, это одно из немногих мероприятий в Ставрополе, которая имеет такую свободную форму, то есть сюда может прийти каждый человек. На самом же деле история маяковских чтений глубже. Самые первые прошли в 1958 году, во время открытия памятника известному футуристу Владимиру Маяковскому в Москве. После этот поэт и его стихи стали табу. Попытки оживить чтение жестоко пресекались. Долгие годы молчания, и только в 2009 году его творчество возродилось, но уже в новом формате. Маяковские чтения проходят в уличном формате, вот как вы только сейчас видели. Это группа людей, которые собираются в основном через социальные сети и читают стихи, делятся своими творческими планами. То есть у нас нету как бы такого мероприятия привязки к конкретному автору, к конкретным произведениям. Формат уличный, свободный микрофон. Есть желание выступить, приходи, читай, рассказывай. Мы считаем, что стихи должны быть услышаны в любом случае. На чтениях и не обязательно читать свои стихи. Легко можно взять чужие, известные и не очень. Здесь не плюются в сторону современных авторов, но и не забывают классиков. Любовная лирика, социальная направленность, философия. В темах уличных маяков ограничений нет. Люди убивают время отрешенно, пухлые портфели загадочно несут. Убивают собственное время и чужое. И никто за это не зовет их в суд. Любовь Тишина – самый постоянный участник маяковских чтений и один из самых юных чтецов. Девушка рассказывает, именно эти встречи открыли в ней дар к стихосложению. Сейчас призналась молодая поэтесса, без них не представляет своей жизни и точно знает, что ей движет, идя сюда. Поэзия. Читать, дарить людям счастье, некоторые эмоции. Просто маяковские чтения – это такое место, где сборище талантливых людей, и они порождают во мне такое чувство, чтобы писать, чтобы интересоваться поэзией, интересными людьми. Для них маяковские чтения не просто встреча по интересам раз в месяц. Это настоящая традиция. И, как принято, следующий сбор намечен на последнее воскресенье апреля. Третий сезон планируют закрыть лишь в ноябре. Но пока в планах организаторов не только привлечь пишущую аудиторию, но и расширить границы. В этом году чтения должны зазвучать и на КМВ. Ведь интерес к стихам действительно растет. Причем не только у людей. Юлия Важанова, Александр Колодко, Информбюро.